Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Сегодня у меня рыбалка на омуля. Значит, покажу, как ловим омуля здесь. Конкретно у нас в Жиганске. Вот. Ситуация нынче с омулем складывается не лучшим образом. Почему-то омуля стало очень мало. Даже я созванивался, в низовьях его мало. Там план ежегодно не выполняется у них. Вот. Совсем мелковатый стал. И не от того, что сейчас вы начнете писать комментарии, мы его весь переловили. Нет, конечно же, не из-за этого. Так, вот приехали на место рыбалки. Вот так сложили. Сетку. Все, вот так вот аккуратно у нас все уходит. Главное не топтать ее сейчас. Так, вот спустили сетку, теперь разворачиваю лодку, чтобы было удобнее гребсти, потому что передом гребсти гораздо удобнее. Сетка вот так проверяется. Вот. Берешь его вместе. Опа. О, есть один. Есть. Есть такое дело. Thank you.
Тохта. Тохта паровоз. Тохта ветер паровоз. Эргитра. О, что на? Ну что, давайте посмотрим. Что нам сегодня уготовило? Вижу, что-то идет. Один омуль есть. Один есть. Сошел. О, еще муля есть. Неплохо. Совсем неплохо. Зашел. Неплохой. Смотри-ка, не маленький попался. Да что ты будешь делать, а? Да-да. Еще один сидит. О, тут неплохо, неплохо совсем ударило. На! Неплохо, неплохо. Емля. Крупная емля.
жирные. Намного крупнее байкальского. Намного. Эрденис, Петр. Какие девять угар бы ты. Опало. Да. Опало. Кто-нибудь считает? Нет. Я, например, нет. Закрутив, они вот себе как мешок такой делают. Мешок надо найти начало. Потому что особо крупно и так не выйдет. Не раскидываешь так. Попробуем выжать. Есть.
найти, где он зашел. Где он зашел? Омул, омул. Петр Афанасьевич спрашивает, это что, нельма? Мы ему говорим, это омул. Лаптеп морот на кабит омул. Быка помула. Есть еще быковский омуль. Тот вообще как мячики. Я сам не пробовал, но по рассказам слышал, что есть такая рыба. Нырый кугун. Выехали после работы 6 часов. Сейчас время не знаю, уже сколько там натикало. Бревно какое-то поймали. Что ж, друзья, подходит сеть наша к концу, и подходит к концу наша рыбалочка. Сейчас мы довольны с Петром Афанасьевичем, газанем домой. Нужно еще рыбу почистить, посолить. Завтра метеор в город едет. Отправим рыбу. Праздник. У нас, кстати, праздник профессиональный. День работника лесного хозяйства. Так что можете поздравлять уже. Вот ребятам, коллегам туда, в городе Якутске, намечается большой праздник. Нужна рыбка. Северная. Угостим. Понравилось, ставим, как обычно, лайки, подписываемся.
записываемся, делимся с друзьями. Еще последняя рыбка. Да, полодит и да. Все на этом, друзья, ставим. Пальцы вверх. Вот. Один вот такой куль. Куда там она будет взять? Фиряш пикендиман. Маленький вверх. Вот часа три порыбачили. И хватит на них.